В Елабужском институте КФУ прошли традиционные встречи первокурсников с директором. Елена Мирзон рассказала об этапах развития университета и каким ярким был путь становления учебного заведения. Первокурсники узнали о том, что Казанский федеральный университет – один из 5 университетов-лидеров России, которые участвуют в программе 5-100. Были озвучены и основные приоритетные направления деятельности вуза в рамках программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета, среди которых и педагогическое образование. Федеральный университет – это единственный из университетов, который сегодня в конкурсном отборе 5-100 и который выделил подготовку учителя как важную, как главную и достаточно серьезно в этом направлении развивается. Перед студентами открыта масса возможностей реализации в Елабужском институте КФУ. Директор посоветовала каждому осознать свое личное участие в развитии вуза, будь то научное, учебное или общественное направление. Наши студенты очень много выезжают по грантам ДАД в Германию, по грантам Erasmus в англоязычные государства. Вот сейчас 14 студентов, большая группа, готовятся к выезду в Западно-Чешский университет на двухмесячную стажировку. Точно так же преподаватели. Выигрывают гранты, выезжают на конференции за рубеж, представляют результаты своих научных трудов. Поэтому обратите на это внимание. Адель Шамилова, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз.